О май гад, пацаны, спасите! Зомби, 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 спасите, пацаны, давайте на помощь, давайте на помощь! Будет продолжение или нет, зависит только тебе. Ставь лайк и подписывайся на этот канал. Ребята, вы все пришли в эту школу, чтобы стать таким про, как я. Мое любимое оружие по 90. Я про. Громче, я про. Громче и быстрее. Я про. Не важно, какое оружие у вас в руках, а важно, как вы им владеете. Вот посмотрите, мы видим пример. Это просто, ребята, самый дорогой нож на данный момент. Это Good Knife. Но тем не менее, он ничего не значит, потому что я с этим ножом могу отыметь каждого из вас. Вы не обиделись? Мне даже понравилось прям. Урок номер 3. А ну-ка, покажите ваше оружие. Что тут у вас? О, пацаны, с таким оружием далеко не пойдешь. Держите, Дигл. Дигл. Все, пацаны, каждому из вас я выдал по диглу. И запомните, это теперь ваше новое любимое оружие. Ну что же, прямо сейчас мы будем тренировать наш скилл. Ильнар, подойди ко мне. Ты будешь нашей мишенью, ты меня понял? Можете начинать. Поехали. Ай, не надо. Больно. Ай. Ильнара, ты чё не уклоняешься? Ты давай двигайся. Вспоминай, чему тебя учили во Вьетнаме. А, попали, блин, больно. Вы чё? Люди, пожалейте меня. Я думаю, хватит. Хватит, ребята, хватит. Я думаю, что настало время вас взять на настоящую операцию. Говорю сразу, если на этой операции кто-то себя проявит как девочка, я его просто убью. Ну что же, идемте за мной. Вот и наше первое практическое занятие. Я думаю, ребята, вы видите этого парня. Нам надо его убить любой ценой. Но говорю сразу, кто сделает хотя бы шаг назад, того я убью лично. Нам предатели не нужны. Ну что, поехали, огонь! Ой-ой-ой. Давайте, ребят, без моей помощи, я верю в вас. Давайте. Вы справитесь. Ребята, молодцы. Я вас верил. Вы это сделали? Значит, я вас не сомневался. Вначале нас было больше. Но сейчас я вижу только моих бойцов. Раньше было много девочек, но именно сейчас вижу настоящих мужиков, которые могут обучаться в моей школе. Ну что же, ребята, я вам хочу сделать приятный подарок. Вот этот вот дом, что вы видите перед собой, я дарю лично вам. Вы молодцы, я вами горжусь, потому что вы, ребята, справились с многими испытаниями. Поэтому этот дом я дарю вам. Я сюда завезу много оружия, так что вы, ребят, не переживайте. В ближайшее время мы тут все обустроим. Поставлю тут одну такую большую кровать. Сюда я поставлю пару компьютеров. Ну и, конечно же, сделаю большой оружейный склад за этой дверью. Ребята, настало время дать каждому из вас прозвище. Хейзен, подойди ко мне. Ты будешь у нас баклажан. Иди обратно. Naked Pro Game, иди ко мне. Какое ты себе прозвище хочешь? Напиши в чат. Молчун. Молчун, иди обратно. Профит. Иди ко мне. Твое прозвище ТикТок. Иди обратно. Данил Виллиги. Иди ко мне. Твое прозвище Йоба. Иди обратно. Ну что же, на этом наш первый день подходит к концу.
Ребята, я вас всех принимаю в мою школу. Вы все доказали, что вы этого достойны. Ну что же, желаю вам удачи. А я, ребят, пошел к себе домой. Давайте, давайте. О май гад! О май гад, пацаны! Спасите! Зомби! Зомби, зомби, спасите, пацаны! Давайте на помощь, давайте на помощь! Пацаны, помогите! Блин, красавчики. Я вас не сомневался. Вы моя команда.